Чувашии объявлены конкурсы на строительство первого и четвертого пусковых комплексов группового водовода Шамуршинского водохранилища. Общая стоимость проектов составляет свыше 620 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2022 года. Строительство водоводов осуществляется в рамках федерального проекта «Чистая вода». Напомним, что на объекте уже есть комплекс водозаборных сооружений, но протянуты только 38 километров труб. Они способны обеспечить питьевой водой всего 8 населенных пунктов. Для водоснабжения трех южных районов необходимо проложить 74 километра. Это решит проблему нехватки воды в Шамуршинском, Батревском и Комсомольском районах.